Друзья, всем привет! Мы сегодня опять на нашем канале. Не забываем подписываться на наш канал, ставьте колокольчик. Сегодня мы с вами поговорим о долючаге, непосредственно о долючаге в тэквондо. Также этот удар принято называть как roundhouse kick, middle kick, high kick. Также его называют маваши, либо мавасигири и так далее. Значит, этот удар очень популярный практически во всех видах единоборств, его выполняют очень часто. Удар относится, классифицируется к скоростным ударам. Это значит, что при фиксированном заряде, то есть при фиксированном бедре, идет активное разгибание голени. А теперь самый важный момент. Отличие ударов непосредственно в тэквондо ITF. Этот удар выполняется в зависимости от дистанции относительно вашего противника. И так как мы работаем, основную часть спарринга проводим ударами ногами, наша задача именно выполнять удары на дистанции ног. Поэтому мы этот удар будем рассматривать именно как на длинную дистанцию. В других единоборствах этот удар часто бьют на ближней дистанции. И поэтому таз смещают назад, и удар выполняется буквально вот под таким вот углом. В тэквондо, так как у нас дистанция ног, наша задача вытянуться и бить его на более длинную дистанцию. Об этом мы сегодня и поговорим. Удары выполняются по трем направлениям. Вперед, назад и в сторону. И, соответственно, от этого есть базовые удары. Вперед – это обчаги, в сторону – это юбчаги, и назад – это твичаги. Долючаги является производным от обчаги, то есть от удара вперед. Сегодня мы как раз об этом поговорим. А о классификации ударов, чем отличаются удары скоростные от силовых и так далее, мы с вами поговорим как раз уже в следующей программе. Сейчас мы принимаем положение боковой стойки. Положение впереди стоящей стопы 25-35 градусов. Первая фаза. Сгибание бедра, поднимаем колено вертикально вверх. Вторая фаза. Изменение положения таза, разворот опорной ноги, вход в фазу заряда долючаги. Третья фаза. Разгибание ноги, фаза удара. Четвертая фаза. Фаза сбора. Пятая фаза. Изменение положения таза. И шестая фаза. Исходное положение. Теперь мы возьмем основные фазы и выполним упражнение, которое правильно сформирует у вас понятие для данного удара. Все, поехали. Друзья, мы не будем отрабатывать упражнение на каждую фазу, потому что это займет очень много времени, но вы должны понимать, что каждая из продемонстрированных фаз является важной фазой, и для них есть много упражнений. Просто мы сейчас тратить на это время не будем. Но если вы хотите, чтобы я рассмотрел конкретно какие-то фазы, которые вы не поняли, пишите в комментариях, мы это обязательно дело рассмотрим. Мы сейчас берем за основу вторую фазу, это вход в фазу заряда долючаги. Какие основные моменты, на которые нужно уделить внимание? Это разворот опорной ноги и изменение положения таза. Для этого мы воспользуемся шведской стенкой. Исходное положение, пятки вместе, 90 градусов. Опорная нога находится параллельно стенке. Из этого положения впереди стоящую ногу мы поднимаем и ставим на опору. Дальше. Из этого положения мы начинаем поднимать колено вертикально вверх. И когда колено достигает максимальной высоты, я начинаю изменять положение таза и разворачивать опорную ногу, входить в фазу заряда долючаги. Колено вверх, фаза заряда. Обратно. Постановка. Опять поставили ногу, колено вверх, постановка, исходное положение. Еще раз поставили ногу, колено вверх, вкрутились, исходное положение. Обратите внимание, что здесь идет поступательное движение колена вперед. Я поднимаю колено вверх и не заваливаю куда-то в сторону, а у меня движение идет поступательное вперед. То есть за счет этого я вкручиваюсь и вхожу в фазу заряда. Это очень важный момент, на который многие просто не уделяют внимания. Более сложное упражнение, которое похоже на это, мы делаем не у шведской стенки, то есть я становлюсь опять в боковую стойку. Из этого положения я поднимаю колено вверх, ближней рукой кладу на колено сверху сустава. И здесь у меня дальше идет то же самое поступательное движение вперед. Рука начинает на колени вращаться, и я вхожу в фазу заряда, и натягиваю вот эту вот плоскость, тянусь вперед. Исходное положение, постановка. То есть мы это делаем вот в таком темпе. Вверх, крутились, обратно, поставили ногу. Вверх, крутились, поставили ногу. То есть это упражнение, оно как раз формирует и поступательное движение вперед, и вот эту вот плоскость, которая нам необходима для того, чтобы мы наносили удар именно в длину. Для следующего упражнения мне потребуется ассистент. Ассистент является тренером нашего клуба Быдмаев Эльк Циренович, второй дан, чемпион России. Ассистент принимает фазу заряда долючаги.
Ногу я ставлю так, чтобы фиксировать положение опорной ноги. Одной рукой я фиксирую колено снизу, второй рукой сверху. Значит, здесь я выполняю замок, локтем упираюсь в ягодиц. Делаю замок и рукой держу голень. С этого движения начинаю смещаться в сторону атаки. Одновременно надавливаю локтем на ягодицу, а рукой, которая фиксирует колено снизу, начинаю поднимать фал заряда вверх. Оттянулись вперед, назад. Опять вперед, назад. Еще раз вперед, назад. Самое главное эти движения делать правильно, особенно если у вас плохо развита подвижность тазобедренного сустава. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение для разгибания голени. Мы сейчас с вами создадим искусственное неравновесие с целью ускорения двигательного действия. Исходное положение: пятки вместе, 90 градусов, опорная нога параллельно стенке. Я вхожу в фазу заряда долю чаги, медленно разгибаю голень, фазу удара. Обратите внимание, что я смещаюсь в сторону атаки. Если бы не находилась здесь стенки, то я упал бы. Моя задача сейчас быстро собрать голень, ударить полноценный удар до того, как я соберу ногу и поставлю в исходное положение, и не упасть на стенку. Здесь важно, используя вот это вот искусственное неравновесие, когда я смещаюсь вперед, собрать ногу, ударить удар. И только потом уже поставить. Упражнение очень тяжелое, но оно очень хорошо формирует именно скорость удара, потому что у вас медленно здесь невозможно ударить, вы просто-напросто упадете. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение такая же форма будет, то есть мы опять создаем себе искусственно неравновесие. Исходное положение теперь: впереди стоящую ногу я ставлю на опору. Опорная нога у меня также 90 градусов. Из этого положения мы выполняем логичное действие. То есть я сейчас буду отталкиваться от опоры в противоположную сторону, а удар наносить опять же туда, в сторону атаки. В этом и состоит именно логичность данного действия. Значит, мы становимся в это положение. Здесь я оттолкаюсь от опоры и до приземления выполняю полноценный удар. Фиксирую сбор и подхожу в исходное положение. Обращаю внимание, что удар я выполняю до постановки ноги. Если вас начинают по инерции тащить назад, я советую в момент того, как вы начинаете смещаться назад, дополнительно еще сделать повторный удар, чтобы усложнить данное действие. То есть, видите, я на втором прыжке бью еще один дополнительный удар. Тем самым я и сохраняю равновесие, и плюс усложняю упражнение, что бью повторный удар. Отлично, переходим к следующему упражнению. Мы опять возвращаемся к упражнению, которое я показывал ранее. У нас то же самое положение, фаза заряда долю чаги. Объяснять я уже положение не буду. Теперь мы выполняем упражнение именно на разгибание ноги. Значит, обращаем внимание, я зафиксировал это положение. Из этого положения я начинаю тянуть ассистента в сторону направления удара, и он активным разгибанием ноги вырывает свою ногу из моей руки. Поехали. Оп. Дальше я начинаю на три счета тянуть еще дальше, раз, два, три, и он собирает ногу, я ловлю его ногу обратно. Посмотрели еще раз. Значит, мы начинаем движение. Оп. Раз, два, три, обратно. Еще раз. Оп. Раз, два, три, обратно. В этом упражнении мы дополнительно, помимо того, что формируем и фазу заряда, мы формируем конечное положение удара. И удар выполняется именно в длину, а не, как я говорил ранее, что мы бьем под углом на близкой дистанции. Все, переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение, которое отлично будет формировать, во-первых, и технику подшага, к которой мы вернемся позже. Ну и самое главное, что мы будем выполнять удар в длину. Как в начале программы я говорил, что очень важно в нашем случае выполнять, учиться бить удар как можно дальше, а не вот этот пресловутый на ближней дистанции. Значит, мы становимся с вами в фазу заряда долю чаги. Разгибаю ногу, я начинаю смещаться вперед, затем собираю ногу, выполняю подшаг и полноценный удар. То есть за счет того, что я начинаю вытягиваться вперед, я начинаю падать, моя задача быстро собрать ногу, выполнить подшаг, чтобы я не упал, и выполнить уже удар с подшагом. То есть у меня здесь есть ориентир и стенка, параллельно которой я должен вытягиваться вперед, и падение, которое заставляет меня выполнять подшаг и быстрый полноценный удар.
Друзья, мы подошли к заключению нашего урока о ознакомлении долю чаги. В дальнейшем мы продолжим, естественно, совершенствовать. Нам еще очень много, массу деталей нужно будет изучить не только с этим, но и с другими ударами. И под заключение мы сейчас выполним долю чаги, полноценный удар в контакт и на контроль. Напоминаю, что контроль – это 5-10 сантиметров от точки контакта. Все, друзья, всем спасибо. Пишите в комментариях, что вы нашли интересного в наших видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Нравится, не нравится, что вы хотите еще дальше услышать, увидеть, что-то, может быть, поделиться своим мнением. Я буду рад. Все, всем спасибо, удачи, пока, пока не болейте.